клубе, вот я как-то не считаю себя уж совершенно живым человеком, но мне дико представить, что клубу сейчас бы было 50 лет. И вот эти 50 лет, ну лет 15, так, по ощущениям. Клуб был, вы-то не можете этого помнить. Ваши родители, наверное, были моложе, чем вы сейчас, но это была единственная возможность посмотреть, что там происходит, и как там у них, какие дороги, дома, животные и деревья. Поэтому бежали смотреть, подгадывали время. И я даже знаю, что почта была колоссальная, и очень много учителей писало с просьбой провести, значит, повторить передачу, потому что просто в школе включался телевизор, шел уроки играть. Вот. Но между тем клуб, он выполнял какую-то просветительскую задачу, и всеохватную, потому что благодаря Гале Лучай впервые на телевидении появился Аверинцев, у которого вообще дома не было телевизора, и он глупостью не занимался. Потом Вознесенский, Нагибин, а это географическая передача, она делалась она людьми настолько заинтересованными. И вот это отношение к работе, какая-то ответственность. И в то же время, в общем, это творческая работа. Они все поэты. Каждый пел свою песню. Вот Саша Трофимов, он Крым, певец Крым. У кого море, у кого пустыня, у кого что. Ну, в общем, жалко, конечно, что... Ушел Юра, жалко, что нет больше клуба, но с другой стороны и все хорошее обязательно когда-нибудь кончится. И всему свое время. Вот как-то все логически завершило свой круг, 30-летие, как Юра вел клуб, и тут и кончина канала, кончина передачи, все совпало. Но остается только... Я о себе говорю, сказать спасибо, что это было. А наша-то цель, да, вот клуб путешественников, а теперь клуб, что называется, members only, и это жизнь клуба вживую, теплокровная жизнь с людьми и с делом. Мы вообще-то думали, что будет секция дайвера в первую очередь, потом... яхтсмены, альпинисты, спелеологи. Возможности у нас, как вы видите, не очень большие, но и таких исключительных людей тоже немного. Поэтому я думаю, что правильные люди в правильном месте, и дай нам всем Бог сил, здоровья и исполнения наших планов, что касается океана, суши, неба, гор. Спасибо.